Чеченец — это то же самое, что и азербайджанец для меня. Осетинец, чеченец, азербайджанец, лезгин, дагестанец, таджик, узбек. Все с одной истории, одной песни. Вот армяне еще вроде норм. Короче, я говорю про веру, поняли? Армяне, грузины, они христиане. Апелляции нет. Короче, это не потемники. Мне нравится внешность их, но менталитет и поведение мне их не нравится. Мне как раз наоборот нравятся темненькие хачики такие. Ну, типаж у меня такой. Вот этот певец, который у меня в фотке выставила и под его песню, там он типа поет что-то там дежавю, албанец. Какой он красивый. Я в телеграм-канал его скидывала. Ну, просто, я не знаю, он такой красавчик. Просто, я не могу. Очень красивый мужичок. Мне так он понравился. Албанцы — это то же самое почти, что турки, да? Я не разбираюсь. Я вообще как-то... Подводка Никс. Не в теме. О, да. И вот так. О! Что-то я не то сделала. О, да, вот так. Я живу в Польше. Где, блядь, будете? В кафе. Как мне? Тебе делать? Мне как-нибудь нормально. Поняла. Сейчас, подожди. Жду. Угу. Туда так? Открылось у тебя? Обожди, как было. Ну, заправь. Чё-то ты же ударилась. Нет, всё? Да. Место иметь старшую сестру? Что? Не музыка на фоне не нужна. Илона, можешь покинуть стол? Покинуть стол? Покинуть стол. Я покидаю тебя стол. Я хотела с песней уйти. Ну давай, последний трек. Мечта иметь... Старые хиты? Да. Мечта иметь старшую сестру у тебя или у меня? Я вообще мечтала иметь просто свою красивую большую комнату. Никаких сестер мне, братьев не надо было. Ни старших, ни младших. Я вообще хотела быть одна в семье. Чтобы мне все внимание было только.